Украина заявила о кризисе с правами человека в ООН. Украина намерена работать над реформированием Совета ООН по правам человека, заявили в МИД. Украина понимает обеспокоенность США эффективностью работы Совета ООН по правам человека. Об этом говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, обнародованном в среду, 20 июня. Мы понимаем позицию Соединенных Штатов Америки и их обеспокоенность относительно эффективности работы СПЧ. Решение США относительно досрочного прекращения членства в Совете не стало неожиданностью. Больше года тому назад Соединенные Штаты на одном из заседаний Совета Безопасности ООН заявили о негативных тенденциях в работе ООН в направлении защиты прав человека, отмечается в комментарии. Кислица напомнил, что Украина неоднократно заявляла, в том числе и в рамках своего непостоянного членства в Совете Безопасности, что разделяет мнение о важности учета компонента прав человека во всех направлениях работы организации. По словам замминистра, Украина принимала непосредственное и активное участие в создании Совета ООН по правам человека в 2006 году и с самого начала входила в ее состав в течение двух последовательных каденций в 2006-2008 и 2008-2011 году. В этом году Украина опять приобрела членство в этом вспомогательном органе ГАООН. Понимая и объективно оценивая существующие проблемы и недостатки в его работе, мы намерены работать над реформированием Совета, отметил он. Выгребная яма. США вышли из Совета ООН по правам человека. К сожалению, вынуждены констатировать, что сегодня Совет ООН по правам человека находится в сложной ситуации, если не сказать в кризисе, признал Кислица. Как сообщалось, постпред США при ООН Никки Хейли объявила о том, что США выходит из Совета по правам человека в ночь на 20 июня. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.